А ми продовжуємо. Програма «Новий день» триває. І в нас у студії капітан команди Вінницької «Ниви» Ігор Маляренко та дитячий футбольний тренер Колінс Гаха. Доброго ранку! Доброго. Я вас вітаю з Міжнародним днем дитячого футболу, адже цей день безсумнівно вас стосується. Ви з дитинства любили футбол? Любите футбол? Я? Yeah. Да, конечно. С самого детства, как отец меня привел в футбольную секцию, с того момента я в футболе. Вот, помню, 6 лет мне было, моя футбольная площадка находилась за моим домом. Пришел, увидел мяч и полюбил. С того момента я в футболе. Вы из Камеруна, так? Да, да, да. Розкажіть, будь ласка, як проходило ваше дитинство і коли ви влюбилися в цей вид спорту? Ну, я родился і вирос в Камеруні. Вот, скажем так, в наше время, ну, на то время не было у нас такого понятия, как футбольная секция, да? Поэтому мы все во дворе гоняли мяч. И сколько я помню, футбол, так да, ви сьогодні говорили. Дворовий футбол, да, да. А дворовий футбол чим він відрізняється від звичайного футболу? Там є правила чи ні? Чи неважлива кількість гравців? Ну, дворовий футбол, скажімо так, він більш свободний, як би, більш свободний футбол, в свободній формі, без правил. Тобто там, скажімо так, виживає сильніший. І я думаю, що в будь-якому випадку дворовий футбол має своє місце, тому що дворовой футбол многое дает, которого не даст, как бы, скажем так, футбольная секция. А что дает дворовый футбол? Еще не дает футбольная секция? Я не знаю, Игорь, наверное, расскажет о футбольной секции больше. Но я думаю, дворовой футбол, как бы какие-то там, если уже перейти на футбольные термины, какие-то единоборства, какие-то манеры, скажем так, обыгрыва, обводки какие-то, само по себе оно приходит. Потому что там, как правило, ты один против всех. Поэтому надо. Ми сьогодні говорили про кумирів, що кожен маленький футболіст має своїх кумирів, який його наштовхує, дає йому натхнення, дає йому сили. У вас в дитинстві були кумири? Ну, да, я вже розказував. У мене був Девід Бекхем. Ну, мені нравилось. Ми граємо на одній позиції з ним, і мені нравилось його штрафні, його манера, як він себе веде на футбольному полі. Це з дитинства мене наталкивало. Теж виходив на футбольне поле, отрабатував ці штрафні, ставив младшого брата на воротах, хоч не завжди йому це нравилось. Ну і теж кричав, радувався кожному голу забитому. У вас теж був свій кумир? Да. Я думаю, у всіх камерунців на то время був один кумир – Раже Міла. Да, и, ну, действительно, он был очень одаренным футболистом, и все хотели быть, все дети, все подростки, юноши, они все хотели быть на него похожи, поэтому. Вот. Скажіть, а в справжнього футболіста, такого успішного футболіста, велику роль грає удача? Конечно. Фарт – это самое главное. Я вам скажу, ну, вот, допустим, пример такой. От на Титаніки були здорові, багаті люди, а вижили фартові. От так само в футболі. Можна бути одаренним, ну просто ти не понравишся тренеру. І ти не будеш грати, не увидить все твоє майстерство. А можеш вийти на 5 минут, забити гол з 30 метрів і все, і будеш грати. Звісно, фарт – це основне. Багато залежить від тренера? Звісно, дуже багато. У тренера своє видіння футболу. Тренер, ну, во-первых, нужно доверять тренеру. Нужно вот с первой минуты пришел, и ты ему доверяешь, уважаешь его. И очень многое зависит от тренера. Я добавлю, что если тут говорит о чистом детском футболе, то от тренера очень многое зависит, потому что ребенок – это такое время… Зайти контакт с дитиной, да, так да, потребно. Да, и мало того, это такое время, когда формируется у ребенка какой-то характер, какой-то там даже своя футбольная манера, да, и как бы очень многое зависит от того, как тренер к этому вопросу подходит. Поэтому тут от тренера очень много зависит, еще с ранних как бы возрастов. А в скільки років потрібно віддавати дитину на футбол?
Наприклад, батько любить футбол, так? Коли йому почати прививати любов свого сина до футболу? Чи, наприклад, донечку? Ну, у кума є школа, Collins Football Academy. Ну, там дітки з 3 років. З 3 років, так? Звісно, потрібно з самого дитинства. Якщо ти бачиш, що у тебе енергічний малыш, потрібно його відправляти, потрібно в якесь русло його відправляти. В колектив. Це нове знайомство, дружба. Нужно же общение. Ребенок быстрее взрослеет, быстрее вот, в коллективе, что какими-то новостями делятся, приходит. Это классно. Футбол – это своя жизнь. Кто это попробовал, вот, кому это подошло, он до конца будет в ней. Так и находят друзей. Вот у меня кум, так мы вместе с футбола. Футбол объединяет, да? Конечно. А как распознать в дитине, чи є талант? Що має, яка дитина має бути? Вона має бути гіперактивна, чи вона має бути врівноважена така? Які якості, як щоб батьки зрозуміли, що ось мій син підходить для футболу? Ну, чи футбол йому підходить, да, краще так? Смотрите, я от недавно читав статтю як про селекцію, да? Ну, як відбирають дітей в серйозні там школи, скажімо так. Селекция, ну, узнавать талант у ребенка – это очень тонкий вопрос. Это очень-очень тонкий вопрос. Тут в раннем возрасте я не хочу казаться там остроумным, но я думаю, что тут надо рассматривать этот вопрос в таком плане. Ребенок, если ребенок расположен к тому, чтобы заниматься футболом, вот. А на этот фактор как бы влияет, скажем так, прямо влияет скорость. Вот если ребенок быстрый, то это очень, ну, понятно, в 3 или 4 года сложно сказать. Самый дворовый футбол, напевно, развивает швидкость, да, так? Ну, да, ну, в принципе, скорость, как говорят, уже доказано, это самое консервативное как бы качество футболиста. Поэтому она больше дается от природы. Ее как бы как-то развить сложновато. Вот. Поэтому если природа дала скорость ребенку, это уже в определенной степени как бы это залог успеха, скажем так. Потом есть координация, потому что есть дети, которые от природы відчувають, так? Да, вони відчувають цей тренд, вони координовані, вони швидкі, вони как бы це саме. І є ще реакція. Вот. Но в такому возрасте, як ми з дітками займаємося, там від 3 до 6, дуже важливий фактор має іменно отношение, скажем так, ребенка, да, ему нравится это или не нравится. Тут нельзя как бы говорить, нельзя заставлять его. То есть тут очень важно, чтобы ребенку нравилось ходить на тренировки. Вот. Если ему нравится ходить на тренировку, можно уже говорить о каком-то таланте, о каком-то это самое, развитии. Ви говорили за швидкість. Це, да. Вона потрібна для всіх, для всієї команди, чи лише, наприклад, для нападників, наприклад, воротар. Йому потрібна швидкість? Що потрібно йому розвивати? Ні, ну, вратарю как бы швидкість не треба, но координація більше, так? Координація більше нужна, но вратарська спеціалізація, вона в раннім возрасте, вона, ну, рідко зустрічається. Тобто тільки сейчас вот начали тренувати вратарей уже, скажем так, там с 5 лет, 6 даже, ну, а раньше мы как, я когда во дворе играл, мы как определяли вратаря? Як? Вот самые хорошие футболисты играют на падении. Так. Такие, ну, хорошие, нормальные играют в центре поля. Плохие футболисты или слабые играют в защите. А кто вообще не умеет играть, вот тот стоит в воротах. Ну, тот играет в воротах. Своя такая иерархия, вот. Да, да. Вот раньше так определяли. То есть мы приходили на футбол. Я думала, какие жеребьи тягнуть, сырники. Так чітко. Ты гарно граешь, да, ты нападник. Ты... Да, да. Кто вообще, ну, не умеет играть, он там закрывает рамки. Вот. Так и раньше определяли. Но сейчас уже идет какая-то специализация. Мы даже в своей школе сейчас создали специальную группу для вратарей. То есть у них уже специальные тренировки. И оно дает свои плоды. Будем, ну, звичайно, від них теж залежить хід гри. Дуже, дуже, ну, дуже велика сейчас, роль сейчас їхня. Уже даже
в тренерской работе уже не говорят «стоит в воротах». Уже так не говорят. То есть врата – это полноценный игрок. Хороший вратарь сейчас должен очень хорошо играть ногами и не только руками ловить. Поэтому сейчас в воротах не стоят, а играют в воротах. Ми сьогодні з Женею говорили, що є такі випадки, коли сам гравець забиває в свої ж ворота. У вас були такі випадки чи ні? Була, звісно, на юношському. Як реагувала команда? У мене один раз таке було, я м'яч вибивав і зрізав дев'ятку. Ну, так як ми виграли 5-0, то пацани тільки поулибались і підтримали мене. Ну, звісно, неприємно забивати, ну, з кожним таке буває. Неприятно, да, я был даже случай очень, ну, скажем так, неприятный, когда игрок сборной Колумбии забил в свои ворота в, ну, на чемпионате мира. Ну, точно не помню, но приехав в свою страну, его как бы убили из-за того, что да, был так такой случай. Да. Как бы не хотелось бы на детском празднике о таких случаях говорить, но как бы, ну, по-разному принимают. Футбол серьезный. Да, серьезная штука, поэтому в свои ворота лучше не забивать. И я понял. А еще какие были у вас курьезные выпадки? Ну да. Розкажете? Курйозний, іменно футбольний. Ну, звичайно. Курйозний, ну так, да, коли там випускали мене на заміну, через 2 хвилини поміняли. Були. Скажіть, будь ласка. Ну, це, мабуть, не найкурйозніший випадок в моїй футбольній кар'єрі. Ну, тут треба. Скажіть, будь ласка, хлопці, які перспективи наших маленьких вінничан? Ну, зараз у нас Вінниця, ну, якщо для Вінниці, сейчас у нас спасибо, что у нас такие люди есть, как Василий Васильевич Вов, который поддерживает винницкий футбол, создал команду профессиональную. Вот. И есть перспективы, конечно, есть стремиться в профессиональную команду попасть. Стараться с каждым днем отрабатывать свое мастерство, а им предоставят шанс этим мастерством воспользоваться. І останнє питання. Як будете сьогодні святкувати отаке професійне свято маленьких футболістів? Что я? Ну, я, скажем так, я, как обычно, вот, каждый день я на тренировке, я бываю с этими детками. Я думаю, что сегодня мы купим, скажем так, какой-то торт, вот, разделим на всех, сыграем, наверное, какой-то кубок, разыграем. Вот, и я, кстати, приглашаю своего кума вот сегодня прийти на тренировку и вместе с ним будем поздравлять деток. Родинне свято буде, так? Ну да, виберемо місце торт. Да. А я вам дякую за розмову. Нагадаю та глядачам, що у нас у студії був капітан команди Вінницька Нива Ігор Маляренко та тренер дитячої футбольної команди Колінс Гаха. Далі дивимося музичний кліп. Спасибо.